политике мы начали сдавать экзамен. И сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь порой, перед парламентскими выборами, говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов. Спокойно нам пройти эти периоды, постараются не позволить. А мы должны провести так, как положено. В стране управляемой, в нашей стране, понимаете, для себя мы должны провести эти выборы. И если мы определились, что мы будем в эти выборы действовать так, так, тактика такая и стратегия, мы должны ее придерживаться. Прошу учесть, что если и будут критиковать и наносить какие-то удары по каким-то людям, то имейте в виду, что это будут удары с дальним прицелом по президенту. Оно так и происходит сейчас. Порой бьют незаслуженно, непорядочно, нечестно, прицеливаясь в президента. Ну, я к этому готов. Я хочу, чтобы вы были начеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому хочется это сделать, вы знаете. Райкомов в партии нет, горкомов, обкомов тоже. Все на ваших плечах. И экономика, и зарплата, и жизнь людей, и кадры, и политика. Надо помощь? Говорите.